5 октября в научной библиотеке Крымского федерального университета имени Вернадского состоялось открытие 4-й Всероссийской научно-практической конференции «Книжные собрания региональных библиотек как часть культурного наследия страны». Редкие ценные книги всегда составляли, редкие рукописные, печатные книги всегда составляли гордость библиотечных фондов. Наша библиотека гордится тем, что мы имеем более 50 тысяч фонда редких и ценных экземпляров. Почему мы именно эту тему взяли и уже на материке, как мы говорим, да, все наши коллеги, которые, с которыми мы встречаемся, регулярно общаемся, они уже, естественно, знают, что Крымский федеральный университет – это редкие и ценные издания. Основная цель проведения 4-й Всероссийской научно-практической конференции – обсуждение широкого круга вопросов, связанных с выявлением, изучением и использованием редких и ценных изданий в научно-исследовательской работе вузовских библиотек. Сегодня, когда мы видим, что средства, электронные средства – информирование граждан все больше и больше пытаются вытеснить реальный учебник, реальную монографию, реальную книгу из жизни человека. Роль библиотеки, как мне кажется, от этого становится не ниже, а многократно выше. И наш общий интерес заключается в том, чтобы до наших новых молодых поколений студентов, аспирантов и преподавателей донести смысл того, что культура народов, культура человечества, культура всей человеческой цивилизации, она прежде всего заключается в том гигантском наследии. В работе конференции примут участие ведущие специалисты отделов редких книг библиотек ряда крупных университетов России.